если вы добавляете банковскую карту в платежную систему или совершаете покупку в интернет-магазине, используя свою карту, помимо номера вас могут попросить ввести дополнительную информацию – CVC-код с обратной стороны карты и MMGG. Казалось бы, символы говорят сами за себя, но некоторые пользователи не знают, что от них требуется. Исправим это в данном видео. MMGG – это месяц и год окончания действия банковской карты. В сервисах обычно называется срок действия. В сокращении используются по две буквы, которые говорят нам о том, что пользователь должен ввести по две цифры для месяца и года, например, 0720, что будет означать июль 2020 года. В подавляющем большинстве случаев эта дата располагается сразу под номером карты, а слева от нее красуется надпись «Valid Through», которая дословно переводится как «годен до». Именно эти два числа нужно вписать в поле ввода, если вас просят указать MMGG. На некоторых картах над датой дополнительно написано «month year», что переводится как «месяц-год». И это было бы максимально полезно, если бы все знали английский язык хотя бы на базовом уровне. А на этом у меня все.